Это дорогоукладчик, кто не знает. Оранжевый корпус. Вот он укладывает асфальт, по которым будут ездить в дальнейшем машины. Это кресло. Сидеть. Да. Честно говоря, я не знаю, что это даже может быть. Здесь тоже непонятно для меня. Прибор. Это, наверное, какой-то... Ну, тоже все дорожная техника. У меня, кстати, вот муж работал на дороге когда-то прорабом. Да у него спросить. Вёгель какой-то. Было бы хорошо, если кто-нибудь в комментариях написал, что это. Здесь у нас опять дорогоукладчик. И еще один, наверное.